Добрый день, с вами канал OpenTeacher. Сегодня в этом видео мы с вами дальше будем работать с файлами. И в этом видео мы сделаем очень интересную практику. Мы будем копировать данные из файла в другой файл. Давайте начнем. Мы будем импортировать привычный нам с package system RGV. Далее мы добавим еще одну библиотеку с package OSPass. Вы можете прогуглить, для чего нам нужен package. И импортируем оттуда только exists. Для чего нужен exists? Я расскажу вам в строчке, где мы будем использовать exists. У нас будет три аргумента. Это название нашего скрипта, это то, откуда мы будем брать первоначальный файл, где находятся данные, и файл, куда мы будем это все копировать. Три наших аргумента. Здесь давайте я напишу поясняющий текст. Копи, копировать будем from. Здесь у нас будет название первого файла to название второго файла. Окей, супер. И ставим разделитель, пропишем вот здесь вместо процента s у нас было название файлов. From file to file. Супер. Это мы написали. Что дальше? Все, теперь мы начинаем сам процесс. Для того, чтобы скопировать данные из одного файла, нужно исходный файл открыть и привязать его к определенной переменной. Пусть это будет переменная называется файл. И открываем наш вам файл, наш первый файл, исходный файл. И теперь нам нужно будет получить данные нашего первого файла. Мы знаем, что наш файл это in-файл. А чтобы получить данные, нам нужно файл написать read. Функция read, прочитать, да, этот файл. И пусть это будет in-data. In-data мы будем хранить данные этого файла. Окей? Первая часть у нас готова. Значит, то, что находится в переменной inData, нам необходимо будет перекинуть в файл to file. Задача у нас понятная, в принципе. Но я добавлю некоторые, как сказать, плюшки, да? То есть мы сейчас научимся измерять длину, количество символов в определенном файле. Будем использовать функцию, которая называется len. Окей. Len он подсчитывает, сколько символов в определенной строке или в файле. Делаем print. Print и пропишем символов в файле. Здесь у нас будет процент. Вы знаете, что если мы работаем с числами, нам необходимо будет использовать i. И здесь мы пропишем функцию len. И в скобочках, длину чего мы хотим посчитать. В скобочках пишем мы название ряда строк, да? Data, да? Мы подсчитываем, сколько символов in data. И выводим это все на экран. Думаю, здесь, в принципе, ничего сложного нет. Да? Вы можете с ней поиграться. Вы можете менять содержимое вашего текстового редактора, текстового файла, писать разный текст и просто прописывать вот эту строчку и смотреть, как это все работает. Хорошо. В следующей строке мы узнаем, существует ли файл, куда мы хотим скопировать. To файл, да? Прописали мы этот аргумент или нет? Давайте напишем существует ли out файл, да? Одной файл. Какой вопросик будет у нас? Здесь мы пишем, поставим. Здесь у нас будет что? Так, да, мы можем поставить error. Он должен вывести нам true или false. Окей. И здесь мы напишем exists. Exists возвращает два значения. Либо true, либо false. Yep. Название файла. То есть, если true файл у нас,
либо его нету, да. В принципе, это две строчки, в принципе, не нужны для нашей программы. Я их показываю, чтобы вы познакомились с функцией plan и с функцией exists. Окей, погнали. Самое интересное. Пусть здесь будет enter. После enter мы пойдем дальше, да? Так. Теперь создадим переменную, которая будет называться outfile. В этом outfile мы откроем наш toFile, переменный, третий аргумент наш, да, мы будем записывать данные. Вы знаете с прошлого урока, что W означает, в ординарной кавычке, что мы открываем этот файл для записи. Хорошо? То есть outfile это у нас файл для записи. Окей. И что мы можем туда записать? Конечно, мы можем записать сюда inData. Data он хранит данные из первого файла. Все становится достаточно логичным и простым. И все. Все, что нам требовалось сделать. И так. И что еще? После завершения мы, конечно же, должны закрыть наши. Это обязательно. Так. Вот, думаю, вам. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь на все. Хорошо. Давайте попробуем запустить нашу программу. А, еще один. Вот эти, собственно, from file и to file, они должны у вас существовать в папке. В папке root folder, да? Давайте открою root folder и покажу, как они выглядят, да, у нас. Я создал файл, который называется from.txt. Неважно, как он называется, главное его прописать в аргументах. У меня называется from.txt. И там я прописал следующий текст. Привет всем, канал Опытичера. Давайте в этом видео научимся копировать файлы. Погнали, да? И создал файл выходной, to.txt. Куда будем копировать? Он пустой у нас. Видите, да? Все это находится у нас в нашей папке root folder. Давайте свернем папочку. Теперь мы можем запустить. Привычно мы заходим на рабочий стол. Привычно мы открываем нашу папочку. После этого мы можем прописать Python. И три аргумента, да? Первый это название нашего скрипта. Example 18.py. А второй аргумент это у нас from file. А from file это from.txt. У вас может быть любой другой. И to.txt это файл, куда мы копируем to-файл, да? Три аргумента прописали. Нажимаю Enter. Никакой ошибки не вышло. Вышел у нас текст, поясняющий, вот он. Copy from.txt to t.txt, да? Символов файла у нас вытащил 172. Мы можем посчитать, но я уверен, что Len никогда не ошибается. Он подсчитывает все символы, включая символы. Эта строчка у нас все правильно. Существует ли outfail? Он нам выводит true, потому что он нашел аргумент toText. Третий наш аргумент, да? File. Поэтому он вывел нам существует. Теперь он просит нас нажать на enter. Только тогда он скопирует данные с одного файла в другой файл, да? То есть мы можем на этом этапе проверить, toText есть что-то, чего нету, да? Теперь мы нажимаем на enter. Он нам вытащил, мы закончили с ошибочкой, конечно же, ну ладно. И здесь он нам вытаскивает такую ошибку. File example 18py, line 19, outfile close. Name outfile is not defined. Ага. Он нам пишет, что, конечно, смотрите, такая ошибка синтаксическая. Обращайте внимание, я специально там не пытаюсь писать все идеально, потому что все люди, мы все допускаем ошибки, да? И если у вас вот такая ошибка выходит, значит, вы неправильно написали название переменной. Я поменял обратно на файл. Угу. Давайте проверим, он вообще скопировал или нам нужно будет заново запускать с правильным. Нет, он все скопировал, все работает. В принципе, просто он не закрыл наш файл, да? Outfile не закрыл. В принципе, все. Если есть какие-то вопросы, как я уже говорил, пишите в комментариях, ставьте лайк и пишите свои. С вами был канал Опытичера. До скорого.